Ребят, всем привет! Я был приглашен на съемки сюжета для передачи «Доброе утро» на Первом канале. И сегодняшняя тема будет вот эта ракета. Это BMW i8 стоимостью, секундочку, 11 500 000 рублей. А я вам хочу показать одну вещь. Посмотрите, вроде стандартный лючок бензобака. Открываем крышку. Пожалуйста, 95-го до полного, я даже думаю, 98-го. Ну и что мы видим? 98-й течет вот по этим контактам в этой машине. В общем, машина ездит на батарейках. У нее есть 1,5-литровый двигатель еще, от которого она прихватывает и подхватывает. На слова прикрыть газ. В сюжете, конечно, скажут, что машина не пенсионная. Но я один с этим не соглашусь. Пока для меня она еще слабовата. Вот то ли дело в Фуджик, там едешь и боишься. Потому что по таким местам ездим, где волки срать боятся. Ребят, ну раз уж я здесь нахожусь, то грех было бы не прокатиться на этой красавице, хоть она и немножечко пенсионная. Выглядит она бодро, молодо и свежо. Вот. А я попытаюсь в нее сейчас залезть, это целая эпопея. Как нас учили в летном училище, где я на МиГ-29 летал. Залазим в кокпит жопой. Это реально кокпит самолета. Прикольная вещь. Вот. Так, сейчас мы еще заведем ее. Сейчас мы ее еще заведем. Так, ключ у нас здесь. Угу. Передача это стоит. Короче, я не могу ее завести пока. Ребят. Как этот шайтан заводится? А, он же электро, ёлки. Ребят, это электро, это гибрид. Она, оказывается, заведена уже. И, в принципе, вот с такого положения мы уже можем ехать. Вот так, это полная тишина, ребят, в машине. Абсолютная. У нас сейчас нету никакого звука в машине. Никакого абсолютно звука. Представляете? То есть это вот, ну, просто взрыв мозга происходит. Это просто разрывает воображение. Ничего не слышно, никакого звука двигателя, а машина едет. Давайте я включу спорт. И немножко на ней прокачусь. Вот завелся бензиновый двигатель, и мы стартуем. Ракета, ракета, ребят. Вот реально это ракета. У меня еще остался похер в похерицах и ягоды в ягодицах, ребят. Приятно, приятная игрушка. Чуть-чуть вспомнил молодость, но все же мне нежнее, милее и привычнее мой FG Cruiser и вообще любой джип. Например, Тундра. Нажимаем паркинг. Все, машина остановилась. В машине опять тишина, и я опять ничего не понимаю. У меня просто происходит взрыв головного мозга. Так, двери открываются вот таким образом.
А сейчас я буду опять выходить из нее. Но я-то уже ученый крендель, елки-палки, я могу вылететь. Вот, Армен Мадаян, а вот, который меня и пригласил для съемки сегодняшнего сюжета. А, сюжет будет показываться на первом канале передачи «Доброе утро». Ну, что вам, ребят, сказать. Внешне машина безумно красивая, футуристичная. Ну, наверное, опять же, кому-то она, может быть, понравится сразу же и навсегда, а кто-то будет ее противником. Это то же самое, что происходит с FG-крузером. Кто-то от него без ума, а кто-то его терпеть не может. Вот. Но скажите мне, кто FG не любит. Больше, наверное, это все-таки купе для пенсионеров, потому что вялое торможение, недостаточная мощность машины как бы сказываются. Это просто модная игрушка с аккумулятором и очень дорогая. 11,5 миллионов рублей. Вот. Я бы, может быть, купил себе на пенсию, чтобы по Крыму гонять на ней. Ну, если крышу тому времени сделают съемную, то что пенсия мне не грозит еще долго. Я с вами, ребята, надолго. Не отвяжитесь.